Вот прекрасно. О, Марс. Марс 631 по Киеву, Харькову. Наконец-то выловил я настройки, которые меньше всего засвечивают. Сейчас влезут в кадр. На улице уже абсолютный дневной свет. Ой, как классно, я в окуляр вижу полюс слева, вот ниже и слева под полярная шапка белая, насколько четко видна. Солнце уже давно встало, и я смотрю на Марс, ну и вы со мной при дневном свете. Визуально на небе его уже невозможно глазами рассмотреть. Но благодаря аппаратуре, самые низкие построил я настройки светочувствительности. Мы наблюдаем Марс. Днем. Падает он за горизонт, 64 миллиона километров до него. Какая красота! Ох, не знаю, в окуляр мне кажется, что это лучшая съемка. Марс из тех, что мне удавались когда-либо. 64 миллиона километров до Марса, и он приближается к Земле 13 октября. Как раз к Дню защитника Украины будет. На ближайшем Земле расстоянии за 12, по-моему, лет. Да. И по поводу Дня защитника Украины, конечно, 20 сентября Вадима стоит вспомнить. Лет. Так, значит, поехали посмотрим Венеру. Уже не получится, конечно, вернуться к Марсу. Не поймаем мы его никогда. Ой, оторваться не могу. Вообще, как великолепно это белое пятно видно. Я когда снимал Марс, только встающим над горизонтом, у него эта полярная шапка четко внизу была. Так, ладушки, пошли Венеру снимем на таких настройках, посмотрим. Оп. Вообще не видно, где она там. А вот он. Не хочется уходить. Оба саней видно. А куда ж ты убегаешь? Ёлки-моталки. Срывается тренога, штатив.
хочу я назад его отзумировать. Так, итак, повторяем пройденное. Марс 64 миллиона километров приближается к 13 октября 2020 года, будет на 62 миллионах километрах, почти великое противостояние. Так, а мы идем смотреть на Венеру, надеюсь, ее я хоть сейчас на небе рассмотрю. Ну, видно, да, по домам, что абсолютно уже светло. Это что? Ну, то есть солнце освещает дома. Ага. Венера, видно, чётенько. На улице гораздо светлее, чем это в объективе смотрится, потому что... Понижены все настройки светочувствительности, выдержки. Ха, ты посмотри, все равно она засвечена даже при таких. Ну, тоже весьма неплохо. Венера 149 миллионов километров сейчас. Перебор. Давай, пускай сама в кадр влезает, она ползет у нас наверх, красавица. Прелестно, прелестно. Засветки практически нет, четко видна фаза Венеры. Сияние этого вокруг Венеры. Великолепно. Ладушки, на этом, пожалуй, все.